горжусь, что я нахожусь на земле Ишимской, встретил замечательных молодых и пожилых людей. Я радуюсь тому, что в Ишиме именно люди, думающие о будущем. Очень интересно, очень современный такой по технологиям центр. Получила вообще такое удовольствие, массу удовольствия от того, что здесь находится, потому что вот эти технологии, которые сейчас существуют, они, конечно, делают много масс вот интересных вещей, поэтому очень здорово, что есть возможность прийти пообщаться в такой центр, поэтому я с удовольствием сегодня провела время, пообщалась с молодежью. Впечатление самое замечательное, самое позитивное, потому что я вот поймался на мысли, что можно по-разному представлять и город, и вообще отношение к каким-то фактам, явлениям. Но вот когда в сравнении, и когда все в одном месте сконцентрировано, когда можно даже посмотреть панораму города, посмотреть, что было, что стало, и лучший способ донести информацию для всех, кто хочет посмотреть.